Эта триумфальная победа для нас особо ценна, потому что профессиональный баскетбольный клуб ЦСКА – это составная часть большой семьи Норильского никеля. И сегодня мы приглашали клуб к себе домой. Они пришли к себе домой, их встречали как триумфаторов. Очень тепло. Практически все руководство Норильского никеля, члены правления, руководители департаментов – все были здесь и все делились своими позитивными эмоциями. И я думаю, что это будет такой особый внутренний толчок для команды, для того, чтобы стремиться к победам, потому что, когда мы сегодня показывали фильм про Норильский никель, там было написано «Делаем историю побед». Пишем историю побед. Мы сотрудничаем с Норильским никелем уже, даже это не сотрудничество, это партнерские отношения, больше 20 лет. И впервые игроки команды главному всей компании. Это, ну, безусловно, показывает, насколько важен титул, насколько важна победа, насколько важна вообще команда ЦСКА для компании «Норильский никель». Очень приятно, что нас так приняли, повстречались с вице-президентами, нам подарили подарки. Ну, такая душевная, радушная атмосфера. Постараемся не расстраивать всех тех, кто за нас болеет, не только на «Норильском никеле», но и там в целом по стране, миру, Европе, где угодно, в галактике. Теплой семейной обстановке, очень приятно быть приглашенным сюда, что встретиться с руководителями, они нас поздравили от всего коллектива «Норникеля», от всех сотрудников, все, кто неравнодушны, все, кто поддерживает ПБК ЦСКА. Конечно, получили памятные подарки, что также безумно приятно, но самое главное, что мы смогли пообщаться, и я знаю, что раньше, в былые времена, игроки ЦСКА летали в Норильск, да, с различными мастер-классами, и я думаю, что все возможно в будущем.